эта служба и опасна, и трудна. По традиции, 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В преддверии праздника глава городского округа Дмитрий Волошин поздравил правоохранителей. Свою награду за доблестную службу получила капитан полиции Надежда Низовцева. Пошла в полицию вслед за старшей сестрой. На ее примере убедилась, что здесь нужна не только физическая сила. В нашей работе не только физическая подготовка главная, но также мы работаем с большим количеством документов, поэтому здесь не главная физическая сила, а главная аналитическая работа все-таки. Отметил работу химкинских правоохранителей и начальник управления МВД России по городскому округу Химки Игорь Янчук. Награды получили около полусотни сотрудников всех структурных подразделений управления МВД по городскому округу. Успехов в работе им пожелал и председатель общественной палаты городского округа Химки Евгений Арсентьев. Пожелать вам, конечно же, самое главное – снижение уровня преступности. Пожелать вам удачи во всех ваших добрых и благородных делах. Пожелать вам сил на этом непростом, но таком важном для всех нас поприще. И, конечно, пожелать вам богатырского здоровья. За 3 года сотрудникам полиции из муниципального жилищного фонда предоставили более 40 квартир, внушительную часть в этом году. За безопасностью химчан вместе с правоохранителями следит администрация округа. По программе «Безопасный регион» во дворах устанавливают камеры видеонаблюдения и камеры контроля дорожно-транспортной обстановки. Ксения Брагина, Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.